Ребята, очень интересный тракт. Надеемся, что будет очень много артефактов. Самое главное, вы же знаете, это не переключаемся. Ставим лайки, комментируем, делимся с друзьями. Так, ребятушки, очередной сигнал. Копаем золотишко. Давайте, подходим, смотрим. Очень нужно золото, очень нужно. Давайте, погнали. Сейчас мы его достанем. Вы увидите его первыми. Вы знаете, даже мы за глаза закрываем, чтобы вы первыми его увидели. Это неимоверное золото. Я думаю, скоро уже нужно будет делать онлайн-трансляции. Ну, если честно, да, так никто не делает. Мы покажем вам в реальном времени. В реальном времени, то есть сокровище просто будет класс. Сможете вопросы задавать, комментировать, советовать. Так, супер, поперли. Здесь выкопали, ребятушки. Ну что, золото, как вы думаете? Давайте, кто считает, что золото, пишите. Да, в этой части. Ну что, смотрим? Или вам не показывать? Есть. Ну что? Левая или правая? Левая. 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 Ага. Замок. Замок. Вот этот немчура бежал, получается. Смотри, он прям прикипел. Ну, понял, заржавел. Вот, есть, разработал. Ребятушки, смотрите, этот немчуренок бежал. Похоже, спешил на встречу смерти. Я оторвал вот такой неимоверный. Кстати, здесь надписи какие-то есть. Надписи. Какие-то знаки. Угу. Интересно. Надеюсь, вам видно. Вот здесь, видишь? Угу. Ага, и здесь уже надписи есть. Надеюсь, надписи не на китайском языке. А ты знаешь, а были же такие немцы, которые на китайском разговаривали. Хэй, ничу, фэй. Так, ребят, прям дальше. Говорят, что иногда немцы на китайском разговаривали, поэтому надписи могут быть на каком угодно, ребята. Уже тогда в Китае заказывали. Да, кстати, Китай, он если серьезно, то Китай был мировым поставщиком разного мусора и барахла уже 1000 лет назад. Я участвовал в такой экспедиции в одной интересной. Поднимали сокровища с корабля с китайского, так там вазы, которые перевозились, были на этих вазах были молитвы на трех языках. И эти молитвы были не только на трех языках, они еще были разных культур. То есть они реально китайцы уже молодцы тогда продавали. Так, ну ладно. Давайте, зачем мы говорим про китайцев? Поперли за золотишком. Давайте, не отставайте, золото вон там на бугре нас ждет. Так, поднимаемся туда наверх, где была эта старинный тракт. Часть его по бугру шла. Давайте. Смотрим дальше. Сейчас будет сокровище. Чувствуем. Так, ребятушки, идет сигнал. Вы знаете, мы копаем все на тракте. Поэтому что это будет за артефакт, мы еще не знаем. Идет 2-0. Все, ребята, или монета, или пробка. Но я думаю, что монета, скорее всего. Мы копаем все, везде. И всегда. Вот. Есть. Класс. Да, бои тут были серьезные. Ну да, уж. Сейчас скажу, кто это. Вы знаете, тяжело искать, кто это. Наверное, все-таки не немец. Наверное, Первая мировая. Первая надписи мировая. Какие-то такие еще не встречал. Ну что, так, ребят, по традиции вытрушиваем. Вы знаете, у нас есть такие гильзы, которые с артефактами внутри, поэтому мы вытрушиваем, очищаем. Интересно. Такой был удар сильный, посмотри прям. Значит, да, это 42-й год. Сейчас уже увидел. Протер от песка. 42-й, это немец. К2. И здесь какая-то еще надпись. СС, что ли, не пойму. Видишь, вот. КС. В общем, какая-то надпись идет. Таких надписей еще не видел. Наверное, СС-ская здесь, скорее всего, гильза. В общем, ребята, давайте. Била как монета, но ничего.
вы же знаете, мы выкапываем все, поэтому артефактов уже очень у нас много. Идем дальше, находим все, смотрим. И, конечно же, вам показываем в прямом эфире. Давайте, поперли. За бриллиантами, сокровищами, золотом. Будет очень интересно. Не переключайтесь, вы же знаете, что когда мы говорим, что будет золото, оно обязательно будет. Мы просто не знаем, в какой это будет серии. Давайте, погнали. Значит, сейчас выкопали такой артефакт. Это кольцо от бочки. Здесь, получается, идут заклепки. Это мы такие часто находим артефакты. Похоже, или бочка скатилась с бугра. Здесь огромный бугор получается. Наверное, может быть, перекинулась какая-то кибитка. Бочки покатились и разбились. И это кольцо, оно осталось. Покажи, какое это оно. Видно, что оно старинное. Это называется обруч от бочки. Так он правильно называется. Ну, может быть, это была и бочка с золотом. Да, кстати, я хотел вам об этом сказать, что, наверное, будет огромное количество артефактов сейчас, потому что мы на правильном пути, ребятушки. Давайте, идем за нами, смотрим. Смотрим и находим все артефакты. Подходим к месту, где неимоверное количество находок. Сейчас что-то, пока я с вами разговаривал, был такой слабенький сигнальчик. Мы слабые сигналы не любим копать, поэтому давайте пойдем, будем искать классные сигналы. Будет очень интересно. Практически одни мы его исследуем, поэтому давайте, будет мега интересно. Самое главное, вы же знаете, это вот эти переключения этого канала. Если хотите увидеть видео практически в прямом эфире поиска сокровищ, приключений, ну и, конечно же, провокаций. Сейчас, подожди. Ребята, здесь была неимоверная гасилова на этом бугре. Получается, за развязку транспортную были очень сильные бои. Сейчас идет сигнал очередной. Ну что, давайте посмотрим, что здесь звенит у нас. Очень хотелось бы вам показать, как всегда, вы знаете, золото, бриллианты. То, что мы очень любим вам показывать. Да, еще в яме лежит. Золотишко, наверное, монета. Немножко раскопаюсь, неудобно. Так, раскопался для прибора, чтобы было поудобнее. Да. Еще сигнал идет глубже. Давайте вот здесь. Я сейчас проверю. Нет, еще не докопал. Хорошо. Глубоченько лежит. Корни уже пошли. Белый песочек пошел. Сейчас, ребята, посмотрим, что же это интересно. Есть, выкопали. Сейчас проверю. Тут нет. Он уже здесь выкопанный лежит. Ну что, монета. Как вы думаете, перстень, монета, кто что предполагает? Я думаю, монета. Ребята, у кого какие мысли? Давайте, говорите, не стесняйтесь. Ага. Шрапнель. Шрапнель. Да. Как мы и говорим, был очень сильный обстрел. Поэтому сейчас будем здесь работать. Находок будет очень много. Какой серии покажем, не знаем. Но смотрите, не переключайтесь. Это того стоит. Зачем? Показать, как мы ямы закапываем. По-культурному все. Так, яма закопали ямку. Ну что, давайте ищем теперь эти позиции. Эту дорогу. Так, классный сигнал идет. Я бы даже так сказал, мощненький сигнальчик. Классный мощненький. Классно мощненький сигнальчик. Что показывает прибор? 16-15. Это что? Вот ты такие вопросы мне задаешь. Что ты знаешь? Золото, наверное. Ты хочешь, чтобы я сказал, чтобы нас не смотрели? Я сейчас скажу, это бриллианты. Видишь, человек возьмет, выключит. Кому это интересно? Сколько уже бриллиантов выкопали? Поэтому мы вас... Да. Это крышка. Вот она, видишь? Ага. Крышка. Наверное,
Первая мировая. Ну, мы забираем, помоем, посмотрим. Хотелось, конечно, чтобы это было золото вам показать, но сейчас идем дальше по бугру. Бугор вниз уходит туда как-то. Ну да. Угу. Тут окопы такие немерено крутые. Пищит как монета, ребятушки. Давайте уже, так охота золотишко взять сегодня, если честно. Пару червончиков, знаете, царских. А это оказалась пробка. Ну что, забираем все равно, чтобы тут было чище после нас. Забрали эту пробку. Идем дальше, все вам показываем. Пищало отлично вообще. Классный был монетный сигнал. Но мы не расстраиваемся, сейчас будут реальные монеты. Кстати, кто-то копал здесь. Обратите внимание. Копал и даже за собой ямку не закопал. И бросил, что он тут или докоп... Ага, вот проволоку он бросил. Колючую? Проволоку, алюминий он бросил. Обычно. Мог бы и забрать. Тоже зачем природу так? Это же не тяжело взять ее так и забрать. Все. Потом выкинуть или отдай кому-то на металлолом. Так, ну мы за него закопаем эту яму. Покажем, какие мы... Нормальные ребята закопали его яму, здесь никто не упал, в нее не провалился. Так. Ну что, ребята, показывают монету. Давайте выкопаем. Может, наконец-то получим очередную монету за сегодня. Может быть, золотая будет. Уже от монетного сигнала не осталось и следа. Выкопали. Может, какая-то цепура золотая. Какие у вас мнения по этому поводу? В этом куске. А, вот. Вот, вижу артефакт. Что это? Первая мировая, какой-то фрагмент снаряда. Ну что, ребята, давайте. Ставьте лайки. Классные артефакты. Все вам показываем. Все настоящее. Это вам не бутыля пробитые и просиденные ржавчиной. Реальный фрагмент крутейшего снаряда Первой мировой немчура. Давайте, не приключаемся. Это вам не мамины ножики с кухни выкапывать. Да. Реальный классный артефакт, настоящие, интересные. Ямы мы закапываем, всем рекомендуем. Так, ребятушки, идет сигнал очередной, копаем. Смотрим, что это здесь у нас. И тут сигнал идет, да, несколько сигналов. Здесь идет. Это фольга. Так, копаем дальше. Так, нашли артефакт. Сейчас вытаскиваем его. Это лопата Первой мировой. Вот такая вот лопаточка. Кованая. Интересное. Видно, когда окапывали здесь, может быть, взрывом разорвало ее, видишь, что часть оторвала. Рубануло просто. Рубануло просто, да. Поэтому, ну, что я могу вам сказать? Интересная находка. Давайте, ребятушки, ставим. Да, ее вот оторвало, здесь точно видно. Видишь, разорвало. Вот. А ну. Вот. Я скажу так, такое качество металла, что столько лет пролежало, больше 100 лет земли. Класс, да. Да, ребятушки, давайте, смотрите, как мы стараемся для вас. Ну что, это стоит того? Стоит 100 тысяч экземпляров. Точнее, лайков экземпляров. Уже подзапарился, ребятушки, немножко. Давайте 200 тысяч лайков давайте. Кому нравится, ставим лайки. Кому не нравится, ставим дизлайки. И пишем нам, давайте, пишем нам, какие крутые немерные артефакты. Вот. Это видео мы посвящаем всем тем, что, кто говорят, что давайте хорэ золото и бриллианты выкапывать. Смотрите, ребятушки, от вас 200 тысяч лайков, и тогда такое видео будете каждый день смотреть на нашем канале. Супер крутые находки, война, окопы, супер пробки, две гильзы и ржавое ведро, миллионы просмотров. И целое жменя вот маленьких этих штучек. Мусора ты имеешь в виду, пробки разные такое, ну да. Шрапнели. Давайте, ребята, поэтому
это эксклюзивное видео для вас, для всех тех, кто не хочет смотреть видео с золотом, с бриллиантами. Смотрите эти неимоверные лопаты. Кто хочет купить эту лопату, пишите нам. Да, кстати, отдадим дешево, $200. Сделайте свой взнос. Сделайте свой взнос и повесьте у себя над головой, как дамоклов меч. Она, если упадет, точно шею вам перерубит. Поэтому давайте, давайте берем эти неимоверно крутые артефакты. 200, давайте так, давайте устроим торги. Может, за нее до 500, чем-то дешево продаем. Ну, если без шуток, давайте действительно продадим эту лопату. Ну, сколько, давайте, ребята, ну, давайте, я бы такую купил за 1000, реально. Ну, я тебе ее выкопал. Покажи просто ее с другой стороны еще. Ну, это, знаешь, это реально можно для декора использовать, для ресторана, дома можно повесить. Ну, в принципе, ну, да. Ну, вещь реально антикварная. И что такое сейчас $1000? Ну, для, для тех людей, которые пишут, чтобы мы показывали пробки ржавые, для них это небольшие деньги. Они не хотят, они устали от бриллиантов, от золота, они уже насытились этим видео, понимаешь? Они хотят вот такого настоящего, деревенского, пролетарского видео. Давайте, ребята, начнем с $1000. Может быть, и кто-то и 20 тысяч. Реально пишите нам. Реально пишите, лопата будет продана за... Ну, реально, давайте так, меньше $5000 не продадим. Поэтому, если такие дешевые предложения, даже не надо писать. Потом победитель поедет с нами на раскопки. Да, но еще поехать с нами на раскопки, это еще 4 500 евро. Поэтому да, в принципе, если завалялось 20-30 тысяч евро, можно смело покупать наши крутые артефакты и с нами гоу на раскопки, на крутые, давайте. И не забывайте смотреть наши... Да, ребята, смотрите сюда, неимоверное видео, лопаты, грабли, вилы, все вы можете посмотреть. Ну, это для пролетариев, для аристократов и людей с деньгами, это бриллианты, золото, сокровища, Гитлер, Сакин и другие. Наполеон, кстати, у нас есть классные находки Наполеона. Мы вам не показываем, потому что вам интересно на них смотреть. Давайте, пролетарии смотрим первые, как я сказал, вилла, лопаты. Люди, которые с деньгами, с достатком, смотрим бриллианты, золото. Это реально интересно. Канал Викинг, провокации, поиски сокровищ, крутые приключения. Поехали.